мої люди, ми не зробимо й кроку назад. Слава Україні! Я выключаю гитару, но сейчас будет одно очень ответственное дело. Ребят, я знаю, о чем говорю. Одиночка, Ворох, она же Перетятька, я ее знаю как Перетятька, еще по старой фамилии. Одиночка, да, пожалуйста. Она привезла здесь эти замечательные, вот, и Алиса Мария привезла игрушки. А вот эта игрушка совершенно особенная. Я давно знаю родителей, бабушку с дедушкой, вот для Алисы Марии, для Алинки, мама и отца. Это люди, в подобных случаях эти люди просят им помочь. Потому что это люди от рождения, но, в общем-то, с ограниченными возможностями. А эти люди не просят себе помощи. Они помогают нашей армии. Это совершенно замечательные люди. Леночка привезла много игрушек, большинство из них купили, спасибо вам огромное. Эти все деньги действительно пойдут нашим друзьям. Но вот одну игрушку, я памятную сову, вот это все абсолютно штучное. Вот этот клювик, это был вырезан ножом вообще из дерева, с большой любовью это все сделано. Давайте сделаем так, ребятки, давайте сделаем аукцион. Давайте вот сейчас эту игрушку продадим с аукциона. Здесь у вас, ну не знаю, наверное, единицу возьмем, евро, да? Евро, да? Хорошая, да? Ну, удобнее, наверное, будет всем. Если что, я переведу на любые, на злотые. Нам, волонтерам, очень быстро это. Мы только этим и занимаемся. Давайте назначим начальную цену 30 евро. 50, да? Да, вот все равно 50. Ребятки, и помните, да, что это будет, куда эти деньги пойдут. Итак, 50 евро начальная цена. Кто больше? 57. Руку только поднимайте. А шаг у нас будет, давайте, 5 евро. Шаг. То есть 55, да? 55. Ребятки, кто присоединится? Можно объединяться. Да, я, кстати, подсказываю. Да, можно 2-3 человека, это будет гораздо дешевле. Это как еврей говорю. Да, вот договорились? Давай по двадцатнику, да? И это уже будет 60. Понимаете? Итак, 55. Раз. Так, 60. Вот вы уже договорились, да, вдвоем? Да я вот вижу. А, Валера с потеряйкой. Вы по тридцатнику, да? Да. Разбили. Хорошо. Итак, да, Валера с Наташей. Валера с Наташей, я так понял, да? Потому что я знаю, что ты не принимаешь ни одного решения без Наташиного соглашения. Так, а я без Валера. А ты, да, 60. Раз. Так, есть? О, вот. Да. 65. Вы тоже вдвоем там, да? Молодцы. Так, чья семья круче? 75. Сколько? 70. 70? Так, интересно. Да. Переведите это в фонари, потому что очень интересно смотреть в глаза этим мужественным людям. Итак, 70 евро. Раз. Так, дальше. Рука. 75. О, Леночка там подключила. Да, кацы пошли давить. Вот, так, 75. Куда? Смотри. Опа, сзади, да. Так, сколько? Это 80, да? Да? 80. Кто это? Это Левошенко. Так, вступила тяжелая артиллерия. Так, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, поскольку у нас Рублева есть.
85, да? 85. Ну, что-то муж погрустнел. Да. Так, а вот ты мне бизнес не порть, пожалуйста. В любом случае, касса следующий год. А ты сколько дашь? Касса следующий год твоя. Хорошо. Я тебе научу деньги зарабатывать. Итак, рублева 80. Так. 90, да? 90. Хорошо. Посвятите в лицо этому замечательному человеку. Вот, поцелуй его, да. Я бы тоже поцеловал. Будь я его женой. Итак. Так, Лакшин, да, Лакшин, 90. Неужели мы здесь? Ну, 90. 95. 90. Отдыхайте, отдыхайте. 90. Здесь есть посерьезные люди, да? Неужели? Да, ну там есть еще, да? Вот. Опа. Вот кто сказал 100. Вот 100. 100. 100 евро. 100 евро раз. Так, да, сзади, да, вот тяжелый, там всегда в засаде сидит, там в засаде. Это 105 будет, да? 105, 105 раз. 105, 105. Такая неудобная цифра, да, может? 110, оно удобнее будет, да? Итак, 105, раз. Ну, поцелуй его еще раз. Что? Твой поцелуй дорого стоит, я тебе честно скажу. Фарингеры могут дом заложить. Так, так. Они делают. 105. 105, 2. Так, 110. Все-таки 110. Извините, малышек. У нас все-таки делают вдвое. Итак, 110 евро. Раз. Быстрее считай. Он тянет руку, я не могу. Итак, 115. 115. Раз. 115. Два. Быстрее думай, целую его быстрее. 120. Опаньки. 125. Что они? Что отдал? Мы что отдадим? Что у нас гордости нет семейной? Что? Ну так взял и отдал. Да. Тут мне Мария подсказывает, что тут медь в ногах. Да, о, сразу, да сколько? Я уже запутался, у нас сколько сейчас? 125, да? 130? 130, это уже серьезный удар, это уже просто вот... Даже с Рублёва. Рублёва, а выскочи так и скажи, а 135. Витя. Я Рублёва. Витя, может, есть две совы? Пусть платят рублями. Не, рублями не надо. Под выборочью. Так, ну что, тут согласна, да? Ну, я думаю, что это действительно. Итак, 130 раз, 130 два и 130. Опа. Что, 135? 135, я ничего не могу сделать. Я хотел уже все отдать. Нет, это семья. 130. 135 раз. 135 два. Вы договорились? Опа! Нет, тут я. Слушай, пойди, я ломаю руку. 140! 140 раз. 142. 140. Ну, 140, 140 евро, 3, продано, Алиночка, иди, Алина. Алина Михайлюк, Ворох, передячка. Алина Куча фамилии. Вот теперь, пожалуйста, выходите сюда, этот замечательный человек, вот, прошу. Предлагается. Обнимаю, поцелуйки. И ваши аплодисменты! Женя, поздравляю!
Спасибо всем. Я первый раз участвую в аукционе, это очень интересно. Удачи. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Денежки-то. Денежки. Женя, деньги у тебя есть? Какое забавное мероприятие. Банах, это уже. Запросто. Ну, конечно. А. Не те штаны. У меня деньги в других штанах. Нет, ну, вы договоритесь там. Я предлагаю вторую. Ты же знаешь, за все плачу в итоге я. Опа, все. Ну, потом отдашь. Потом отдашь. Ну что, дорогие друзья, огромное спасибо за то, что мы хором так здорово на такие деньги развели этого человека. Ну, а... А наш концерт, наш формальный концерт на сегодня. Написание сценария участка. Нет, иди сюда. Хорошо, Олег, иди вот здесь есть микрофон, пожалуйста, и скажи все, что ты хочешь, что ты знаешь об этих людях. Ну что, дорогие друзья, наш концерт, наш фестиваль переходит в неформальную стадию. Да. Всем спасибо, всем можно выпить. Все, до свидания. И давайте похлопаем друг друга за эту прекрасную атмосферу. И с этими словами мы продолжаем ждать всех завтра здесь, в 11 утра, для программы под названием «Нам тоже есть что сказать» и для того, что захотят показать нам дети. Встречаемся в 11 утра. Всем спокойной ночи.